Ну, скажи что-нибудь. Достойную лирку поймал. Вот, даже название помнишь. Глаза. О! Ну, это вкус. С первого заброса. С первого заброса, да, я подтверждаю. С первого заброса. Сейчас будет второй заброс. Будет второй, будем ждать. Будет кадр номер два. Хорошо, ждем. Да, как? Три заброса, уже три рыбины выйдет. Уже четыре рыбины. Три заброса, четыре рыбины. Опять лирка. Не, это сейка. Вот она сейка. Сейку берем? Нет, это все за борт. Понял. Жалко, ну приходится. Оказывается, здесь тоже есть Катя, Володя. Рыбнадзор. Вот сидит. Барометр. Ну, до килограмма рыба это мелкая, ее можно выпускать. Нужно. Пусть живет, растет. В следующий раз поймаешь уже 2-килограммовые. Честно отпустили. Посмотрите в его вот честные глаза. Сердце кровью обливалось. Вот, вот, вот она в кадр попала. Тащи, тащи. А за шнур были? За шнур, она уже дергаться не будет. Тащи, тащи, тащи снова. Петух, они стандартные. Стандартные. Ну-ка, продемонстрируй. Ой, ребят, я не знаю, жена какая по счету. Наконец-то барометр меня привез нормальное, достойное место. 4 дня мучил. 4 дня. Ну что, ну продемонстрируй, что ты вытащил. Добрались до скумбрии. То есть макрель. Ну то есть так скромно, по 2 штуки, да? Третью лиру не стали брать, иначе не вытащить было. Скала высокая. Подождать, чтобы она сорвалась. Она, наверное, крючок разогнула на системке или обломала. На верхнем крючке, посмотри. Разогнутый. Вот поэтому и сошла. Вот это. Скумбрию тоже бить? Настоящая скумбрешечка. Убежит. Не убежит, не убежит. Красивая. Ой. Вот эту в руке подержи, покажи какая. Такую скумбрию. 600 грамм. Да. Красавица. Так уже тут чуть-чуть рыбки лежит. Слушай, иди. Ну покажи, Ренат, какая еще здесь рыбка живет. Ну это мы тут сейчас только вытащили губана. Окунька такого небольшого. Ну, такой. На килограммчик, наверное. Карасик, что ли, или как его назвать тут? Окушок, карасик, непонятный. Ну мы с таким обычно так найдем. Оп! Причем с чистой совести. Ну вот. Ну вот, очередная рыбка. Мы продолжаем диалог о рыбалке в Норвегии. Вот обыкновенную эстонскую джигу поймалась такая лирища. Килограммчика 2,5. Красавица. Такую рыбу мы отпускаем, мелкую. Ну, ладно. Сегодня мы ее просто выбросим. Нет, не успел. Ой, это уже лира. Теперь не палтус, вернее, не тунец. Это уже лира, это щука морская. Да, это красавица, вкусная рыба. Глаза у нее такие сумасшедшие. Глазки где у нее? Короче, посмотрите, какой здоровый. Сейчас я еду. Ты так ногу рядом свою поставь. Для вида. Это так, у меня еще средний экземпляр такой. Да. Крупный, это мы уже почистили. Вы уже съели. Слушай, все на берегу, мелочи. Сейчас разбежалась. На твое довольное лицо. Да какие рыбины.
3-4 килограмма. Сейчас, наверное, 5. Ну, сейчас посмотрим. Не спеши, не спеши, не спеши. Пусть сам выходит из травы. Тунец. Тунец, тунец. Нет. Размер, конечно, не тунец. Называется лирец. Нет, конечно, куда идти? Мы не донесем эту рыбу. Как хочется. Можно закину и потом выпустить. Так и эту уже выпускаю. Обратите внимание, экземпляр 1,5 килограмма. Приходится просто вот так вот целовать и отпускать. Все честно. Ладно. Олег, сердце кровью убивает. Делаю последний заброс. Уже и батарея садится на камере. Сколько мы записывали. Давай я прям с начала твоего заброса сниму. Сейчас надо заявку. Кого? Тунца или лиру или тунца. Сайду. Можно закажите. Кого? Надо. Лиру. Лиру. Лиру, да? На 5 килограмм. Вот он забросил. Забросил. Ну, там больше на тунца как бы пойдет место. Я уже знаю. Все, все. Там как бы на тунечика. Начало проводки, давай. Пошла. Пошла проводка. Проводка специфическая, я вам скажу сразу. Не такая, как на щуку нашу. В речку. Абсолютно другой надо. Стиль. Вот стиль поймал, практически каждый заброс садится. Ну так как сейчас на камеру, наверное, не клюнет ничего. Вот, пожалуйста, вам результат. Вот результат. Тунечик. Вот сейчас, смотри, я вытащил. Накаркал, сошел твой тунечик. Ну что ты вздыхаешь, Ренат? Сейчас, наверное, устал вытаскивать. Такие маленькие рыбинки, да? По 2 килограмма. Я посмотрю. Да. По 2 штуки причем. И за бок, и за хвост, и как угодно. Ты вообще тут в Норвегии оборзел, дальше некуда. Такие рыбины. Ох, красавец. Макрель, конечно. Самая вкусная рыба. А у меня системка сломалась, крючок, ты без крючка теперь ловишь вообще. Бляшку. Вот так у нас скумбрия клюет. Я уже даже не ловлю. Все рыбу Ренату оставлю. Да не унести будет, куда там что-то. Ну да, 30 килограмм, наверное, есть уже. Поболее, наверное. Больше вряд ли, но 30-ник есть. Там у нас только штук 30. А? За штуку 1,5. Там есть красавица 1 килограмма на 3. А, ну накрыли, конечно, да, по 800. Thank you.
Давай, давай, поднимай. Что там такое? Тихо, 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 тихо. Не макрели на сайде. Ну нет, блядь, молодой. В детском саду. Ну. Да, молодой тунец. Голубой, блядь. Ты посмотри. Покажи. Подними своего голубого друга. Голубого тунца. Голубой тунец, блин, посмотрите, какая рыба. Ничего себе. Килограмма три. Ну-ка, ну-ка. Ну да. Приподними-ка ее так в уровне пояса. Ну да, почти с тебя размером. Нет, серьезно. Да. О. Я думал, у меня зацеп. Рыба, чтоб плевать дальше. Домой не идем. Еще придется половить, наверное. Пару раз закинуть. Спиннинг в дугу. Ренат тянет камень. Тунцов ловлю голубых. Бизнес буду делать, продавать. Повезешь копченых домой. Я уже не такой вытащил сейчас, только что. Видели, видели. Все, все задокументировали. На пленку. Они сейчас проголодались, вылезли из-под фермы. Наверное, точно. Под фермой все будет. Вон он, камень, сука. Тихо, тихо, тихо. Не спеши, не спеши, пусть сам выходит. Он сам выйдет. Во. Сразу с капустой. С морской. Вот это я творю. Придется эти слова вырезать каким-то образом. Вот это я все творю. Смотри, какое. Ты засел? А то. Еще раз закинуть. Я так понимаю, что домой мы точно все. Не, надо Роберту показать. Роберт-то знает, мы тут таких. Ты к себе так покажи ее, рыбинка. Возьми так под хвостик ручкой. Ну это та была побольше. Ну тоже хорошая. Сейчас эту. Килограммчика три. Ой, бля. Ура. Я думал зацеп, а тут, кажется, рыба клюет. Ну, можешь сказать свое веское слово. Результат сами видите. На лицо или на лице. Это результат моих стараний. Да. Возил меня где-то по каким-то злачным местам, по городу, кидали спиннинг. В конце концов, мы приехали на нормальное место. Да, вот оно. Практически сколько? 2 часа мы ловили? Ну да, где-то 2 часа. Место очень хорошее. Рядом лососевая ферма. Лосось у нас не клевал почему-то. 2 раза был выход лосося к берегу за нашими снастями, но неудачно.